Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я подготовила для вас новое новогоднее видео, и сегодня покажу, как нарисовать праздничного олененка. Я использую трафарет и пищевой маркер, чтобы перенести рисунок на пряник. Кстати, если такой рисунок для вас сложный, то советую вам посмотреть мое прошлое видео. Я оставлю ссылку на него в инфобоксе. Там как раз варианты пряников для начинающих. Уверена, что у вас все получится. Вернемся к олененку. Я заливаю все по очереди так, чтобы глазурь разных цветов не соприкасалась. Потом пряник надо немного подсушить и снова продолжать рисовать. Рисование этого рисунка я использовала всего 3 цвета глазури. Краситель у меня Americolor, а название оттенков я оставлю в инфобоксе. Сразу отвечаю на часто задаваемый вопрос. Глазурь у меня средней консистенции. Видите, глазурь, которую я нанесла в начале, уже немного подсохла, и теперь я могу продолжать рисовать дальше. Главное, не спешите. Даже это видео ускорено в несколько раз. Тогда все линии будут четкими, глазурь ляжет так, как надо. Прорисовка кисточками – это полностью ваша фантазия. Тут можно придать рисунку объем, блики, оттенить. В общем, рисуйте так, как вы сами видите в своем воображении этот рисунок.
Вот такой праздничный новогодний пряник. Нравится? Мне очень. А если и вам понравился, тогда не забывайте ставить пальчик вверх. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, впереди много интересных видео. Всем пока!